глава Ассоциации «Росагромаш» и «Новое Содружество», сопредседатель МЭФ Константин Бабкин о современной экономической политике. У России есть все для того, чтобы испытать этап экономического подъема. Есть все необходимые ресурсы, есть земля, которую надо развивать, там, использовать в сельском хозяйстве, есть технологии, есть огромный рынок, есть люди, которые хотят работать и обладают традициями. Есть все, вот, не хватает правильной экономической политики. Поэтому это единственная трудность, то, что это экономическая политика оккупировано. Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите «Экспертное мнение».